Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Черепашки-ниндзя-легенды». Вас ничего не смущает вот на экране? Посмотрите внимательно. Если кто не увидел, то я подскажу. С какого перепуга у меня на Леонардо классическом здесь показана всего лишь одна звезда бронзовая? С какого перепуга? Это, ребят, какой-то баг, однозначно. Потому что на самом деле, если глянуть в список моих персонажей и найти Леонардо классического. Давай попробуем сейчас его найти, во-первых. Леонардо классика. Вот. Посмотри внимательно. У него фулл 5 звезд. Какого лешего здесь-то у него одна звезда? Не понимаю, ребят. Ладно. Суть не в этом. Суть в том, что мы сегодня продолжаем играть в эту игру. Друзья мои, продолжаем с вами продвигаться. Так, что у нас в магазине? Бесплатно пак. Естественно, забираем. Забираем с удовольствием. 5 долларов к нам в копилочку прилетело. И здесь мы с тобой, так, одну серию испытаний. Давай сразу же просто с лету ее пробежим, эту серию испытаний. Но без Рафаэля. Без Рафаэля возьмем с тобой просто-напросто Усаги и Дзимбо. Рафаэль у нас будет отыгрываться уже потом. Поехали. Так, второй атаки, к сожалению, пока не было. Почему-то Усаги повесил только на Леонардо. Значит, только Леонардо здесь повезло, да? Он имеет шанс двойной атаки. Естественно, маузеров он этих распечатывает. Раз, а Бакстер уничтожает второго. Кстати, Бакстер очень силен, я смотрю, против механических всяких дронов и тому подобное. Ну, здесь, мне кажется, лучше всего сделать вертушку, само собой, да? Чтобы как можно быстрее нам пройти и заодно нанести крупные повреждения. Я думаю, что если мы с тобой сделаем вот так. Много отнимем здоровья? Ух, они должны все упасть, по идее. Ладно, сделаем ракеты. Все. Ну, как я тебе и говорил, серия испытаний у нас пройдена. И мы двигаемся с тобой дальше. А дальше мы будем искать. Искать что? Искать по списку на нашего Донателло. Кстати, по-моему, мне не хватает мутаген. Если не ошибаюсь, друзья мои, я специально подготовился к сегодняшней серии. Где у меня? Во-первых, Донателло я прокачал до 70 уровня. Да где же он прячется-то? Ё-моё, вот он. А значит, я могу ему прокачать вот этот скилл. Метеоритный рог. Но для этого мне нужно 12500 мутагена. Так что, друзья мои, у нас выбор только один. Это арена. Так, ну тут надо поднять уровень персонажа и сразиться в боях. Нет уж, давай-ка мы, наверное, с тобой сходим. Опа, еще и жетончики здесь есть. Пойдем-ка мы сходим на арену. Как ты видишь, у меня Лига Сёгунов 2 звезды. И я смотрю, уже 15. Опа, там было круче, ребята. Там было 16-21. Вот, конечно же, я лучше возьму вот такой вот расклад. Как ты думаешь, если я возьму, например, сейчас вот этих ребят, Шреддер справится один? Мне бы очень хотелось, чтобы ионный суперудар просто выкосил здесь всех этих. Вот насчет Леонардо я почему-то не уверен. И насчет Донателло, кстати. Посмотрим. Нет, я заблуждался. Он, как всегда, ребят, великолепен. Ну и ты видишь сам итог. Все лежат. Отлично. Так, ну что, нам нужно забраться в Лигу Сёгунов 3 звезды. И дорогу прокладывать уже к Лиге Мастеров. Так, Шреддера можно, в принципе, спокойненько сделать по откату. Ребята, у меня 27 билетов. Так что жить и не тужить нам. Единственное, что главное не лопухнуться. 61-62 уровень противников. И предел у него какой? 68, да? 65, по-моему, так. Я имею в виду у Супер Шреддера. Ну-ка. Ну, так, хотел сказать, ну пока он справляется великолепно, но видишь, хорошо, что Майки его завалил. Рокстеди выжил. А мы сейчас посмотрим, какого уровня был как раз этот Рокстеди. 61-го, здравствуйте, он, значит, 62-х завалил, а именно Рокстеди не смог. Странно. Ну что, мы с тобой переходим на Лигу Сёгунов 3 звезды, ранг у нас 93-й. 111 монет еще, кстати, у нас здесь. И мы продолжаем с тобой эти битвы. Возьму, наверное, Леонардо.
Вот Леонардо как раз-то может и не справиться со всеми с помощью своей вертушки. Несмотря на то, что у него скилл прокачан до 7 ступени, ребята, он может лопухнуться. Давай проверим. Ну вот, об этом я приблизительно тебе и говорил. Благо, Лео Космос у нас справился, да, с помощью своего... Я раньше думал, что это дрон, а это, оказывается, настоящий космический корабль он вызывает. Так, ну что, 75-я позиция, двигаемся тогда дальше. Давай, вот, 16-22, в принципе, неплохо, но здесь есть одно но, ребята. Конечно же, майки 66-го уровня. Поэтому здесь я и взял Армагона. Я думаю, что одной плюшки будет достаточно, чтобы здесь ушатать всех. Ну, проверим. Бдыч, да, они готовы. Ну, а мы с тобой продвигаемся дальше. Продвигаемся дальше, и теперь уже, наверное, скорее всего, нам придется, наверное, откаты тратить, скорее всего. Хотя можно поиграть еще и своими силами. В принципе, у нас для этого все есть. Надо только выбрать 16-22. Возьму, наверное, Усаги здесь. Пускай будет майки, так уж и быть. И вот этих вот возьмем. Почему, ребят, так сделал? Ну, во-первых, не совсем я уверен, что именно Усаги. Он хоть и может повесить постепенный урон, но, опять же, может и промахнуться. А противник уже все-таки 67 уровень. Это почти 70-ник. Здесь мы даже сделаем вот так вот. Уклоняшку от майки. Она уж точно лишним не будет здесь. Ну и теперь Усаги и Дзимбо вытворяют чудеса на виражах и... В принципе, великолепно у него все получилось. Он всех заразил. Именно постепенным уроном. И давай-ка попробуем змейковью. Ой, змейковью нам я его назвал. Ты представляешь, паукуса-то. На. Ну молодец, Эйприл, молодец. Несмотря на то, что она маленькая студентка, она все-таки смогла завалить, да, такого кабана. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше и смотрим. Давай 35-ю. Нет, 40-ю дают. Кстати, очень тяжело. Вот заметил, продвигается буст у нас. Тяжело. Хотя сегодня что у нас? Вторник, среда. Вторник или среда. Я в своем мире, ребят, все, я уже потерял, как эти. Я с работы пришел с ночной смены, я еще даже не спал, понимаешь? Поэтому в голове каша, не обращайте внимания. Слушай, вот сейчас я не слишком ли уверен был в себе взять. Ну ладно, хорошо, что здесь зэк. Замедляха, ну так себе сработало. Давай, Бакстер Стокман, не подведи. Упс. Так, ну я думаю, наверное, все-таки лучше выгоднее нам вот так сделать. А потом... Ай-яй-яй, промахнулся. Давай, кричи. Ярость. И добивка. Ну, зэк-то, конечно, он красавчик, не поспоришь. Своим бластером из пальца он очень сильно урон наносит. Так, ну сейчас должна быть где-то, ну... 32-я, наверное. Ох, 22-я. Хорошо, это очень мне нравится. Так, давай-ка мы с тобой посмотрим, дадут ли нам 16-22, есть такое дело. Берем Рафаэля, Ваньку, Дони, Рахзара и Карайку. И Карайку берем. Ага. Ну что, бросаем кунаи. Теперь сделаем. Так, надо было нам вообще-то Дони уничтожать, потому что он же хиллер. Сейчас попробуем его вот так, с помощью апперкота. Отлично, молодец, Рафаэль. Пулеметная дробь от Ваньки. А Лео, ты смотри-ка, выжил. Но это ненадолго. Все, ребята, мы с этой командой разобрались и двигаемся дальше. Какое место? 10-е? 4-е. Ну что же, Лига Мастеров нас уже поджидает за углом буквально. 16-22. Опять же здесь Микеланджело. 66-й уровень у него. Слушай, я на всякий случай возьму Железноголового еще для подстраховки буквально. Раз, два, три.
Знаем мы просто его выкрутасы. Если он повесит уклоняшку, это будет плохо. Ну-ка давай, не подведи, родной. Красиво, очень красиво получилось. Постепенка висит только на Рокстеди. Рафаэля в минус. Так, секундочку, надо этого добивать, как ни крути. Да что ты? Ну-ка, если мы так сделаем. Отлично. Ну, железноголовый хорошо не подвел здесь. Ну, а мы двигаемся далее. Вот она. Вот она, Лига мастеров. 86 место. Окей. 16-22. Может быть, дадите уже 16-23 на худой конец? Или 17-23? Как у вас там идет расчет? Не, не хотят. Ладно, потерпим. Шреддер, возвращайся. Но тут 65 уровень. Я думаю, что этих мы все-таки успеем отыграть. Хотя, смотри, если мы пропустим Маузеров или Ваньку с их массовыми атаками, то нам будет не сладко. Вот Шреддеру-то пофиг, а вот этой команде, которая рядышком стоит, будет не есть хорошо. Ну, Крафель. Но тут нормуль. Тут можно расслабиться. Постепенно урон их уничтожен. Вот так вот. Хоба, молодец, Лео. Красавчик. Свои клинки воткнул прям в пол, в кафельный такой, а может быть даже металлический. Какие острые у него клинки. Ну что, местечко у нас 69-е. 25 откатов у нас имеется. Ну да, будет хорошо. Давай опять же берем Супер Шреддера. Возьму здесь Джастина. Ну так, на всякий случай. Раз, два, три. У нас, наверное, получится сегодня отыграть абсолютно всех персонажей наших. И дойдем мы, наверное, с тобой до Лиги мастеров 3 звезды. Скорее всего, так будет. Красиво. Красиво, конечно, бьет Супер Шреддер. Я считаю, что, ребята, он один из самых-самых сильных персонажей на данный момент у меня, который прокачан. Потом я, наверное, все-таки выделил бы Армагона. После Армагона я, наверное, выделил бы Усаги. Потом Леонардо. Ну, а потом там уже идет Ванька, Бакстер Стокман и так далее и тому подобное. А скажи-ка мне, напиши в комментариях, что, по-твоему, какие у тебя, на твой взгляд, самые сильные бойцы. Так, подожди. Может быть, у тебя немножко другие в приоритете. Понимаешь? Вот у меня вот такой вот расклад. Может быть, у кого-то прокачанные маузеры или еще что-нибудь посерьезней. И они наносят офигенный урон. Просто я пока не знаю этого. Потому что я говорю в данный момент именно про своих бойцов, которые прокачаны. Вот здесь, например, может быть все плохо. Ну-ка, Сплинтер, не подведи. Четенько. Ну, а эти погибнут. Ты-тыч. Давай так вот, крышку от люка. Бамс. Ну, естественно, только лишь постепенный урон. 709 он нанес ему урона крышкой от люка. Хоть бы там маленечко хп отнялось. Ничего подобного. 31 позиция. Это получается нам еще, ну, в среднем так 3 поединка нужно будет где-то отыграть. 3. Вот, кстати, смотри, уже 73 уровень. Поэтому тут уже нельзя рисковать, потому что 73 уровень он точно не потянет. Даже сейчас проверим. Сейчас будем делать клинки и посмотрим, кто выживет и на кого повесится постепенный урон, если повесится. Вот, видишь, да? Макман и Леонардо даже без постепенного урона. Как бы это опасно. Угу. И урон такой наносит довольно колоссальный. Ты смотри, на Тимати ты видел, да? Почти половину здоровья отнял, бросив нас вот этого солдата Клонфута. Так, я думаю, сейчас где-то будет 15-е, да? 18-е. Блин, что-то медленно. 18-е место. Давай, короче, это, 16-23, не ломайся. Во, 17-23. Отлично, но здесь уже я не буду, ребят, рисковать. Здесь я уже беру двух топовых персонажей. И отыгрываем с тобой вот эту тройку бойцов. Она слабая, пускай.
Ну, ей тут точно ничего не угрожает. Кто-то в комментариях написал: Рей, когда ты будешь проходить игру, которая в Стиме, не черепашки? Которая в Стиме, ребята, она еще не вышла, во-первых. Вот я жду, когда она появится. Как только появится, сразу будем проходить. Должна, по идее, в этом году, потому что ожидается в 2021, было написано. Но что-то вот как-то затихло все. Я и подписан вроде бы на нее, то есть, ну, как бы слежу за ней. Но пока никаких вестей нету. Лишь бы не перекинули ее на следующий год, потому что в следующем году там очень много и так будет выходить релизов всяких, так что нам не разорваться. Sony 5 я до сих пор, ребята, не приобрел, потому что невозможно ее купить. Мне в ДНС у нас не успевает она появится уже, наверное, там по предзаказу уже давно ее все подраскупили. Поэтому пока буду играть в те релизы, которые будут выходить на четвертой плойке. Слава богу, God of War Ragnarok будет доступен на четвертой плойке. Потом New Horizons, насколько я помню, вторая часть тоже будет доступна на четвертой плойке. Я посмотрел по релизам, там очень много игр будет совмещаться между четвертой PS и между пятой. То есть, единственное, конечно, будет только разница. Там в Full HD тыры-пыры тролливали, да, всякие там навороты, трассировка лучей и тому подобное. А на Соньке четвертой будет все немножко поскуднее. Но мне-то главное игру получить и насладиться ей, понимаешь? Не, ну конечно, хотелось бы получить все там супер-пупер красоты. Но я считаю, что если выбирать красоты или поиграть, я лучше выберу поиграть. Так, ну что, погнали. Давай шипы. Слушай, а хорошо он бомбанул. Смотри, ребят, на всех постепенку повесил, но жалко, они погибли от руки Леонардо. Мне просто нравится, когда они погибают именно от постепенного урона. Падают такие, как от отравления, да? Ну да, мы сегодня с тобой зайдем 100% в Лигу Мастеров 3 звезды. Сегодня у нас еще будет событие, об этом тоже не забывай. Будем проходить единственное событие, которое на этой неделе, ну как единственное, из полноценных, из масштабных, я имею в виду. Там платиновые, это уже как бы не то. А вот именно события, это два. Два события на неделе, которые основные, потом идут платиновые и специальные. Так вот, платиновые и специальные я не беру как бы в расчет. А стандартные на события, да, берем. И вот у нас одно, они их два, но одно нам проходить не стоит, потому что все персонажи, которые там даются, и все ДНК на персонажей у нас, они прокачаны полностью. Так что не будем просто терять время и сыр, лучше будем проходить то, что нам нужно, и фармить по возможности. Как на той неделе, видишь, как получилось прошиво. Из-за работы, да, я просто профукал два дня. А там, извини меня, можно было фармить Кренга. Обидно получается-то, вот что. Тем более Крэнк нам нужен, и для него нужно очень много ДНК. Поэтому любой шанс, любая попытка где-то нафармить, это будет нам идти в плюсик. Так, ну что у нас тут, смотри. Практически хорошо, только вот Сплинтер избежал постепенного урона, но это ничего страшного. Леонардо справился. Ну что же, двигаемся еще дальше и смотрим, какая там, 42-я, наверное. 41-е, окей. Откатов, ё-моё, как они, ребят, они на глазах тают. Потому что мы начинаем с тобой уже брать не по одному персонажу, а по два. И вот именно из-за этого они как бенгальские огни тают прямо на глазах. Тают, сгорают. Поехали. Опа, нормуль. Ну и Армагуша, естественно, тут добьет уж, никуда не денешься. Отлично. По красоте. Сейчас заодно с тобой еще и мутагена здесь насобираем, как раз который нам нужен будет. Так, 25-е. Ну, 25-я позиция, это получается 2, ну, плюс-минус 1. Минус вряд ли, а вот плюс, скорее всего, да. 3 поединка. Может быть, даже обойдемся двумя. Все зависит от того, сколько будут давать нам. Если по 15 дадут ступенек за каждый бой,
Обойдемся двумя поединками. Если же нет, придется три поединка. Три поединка — это все-таки уже 6 откатов. Тут у нас уже откаты всегда были, в принципе, на вес золота. Но раньше у меня еще была проблема с телепортами. Сейчас она уже, как тебе сказать, прослабла. Потому что мы очень сильно экономим с тобой на телепортах. Персонажи, как ты видишь, у нас уже многие есть. И нам не надо тратить их на всякую там ерунду. Тратим на самое основное. Как раньше мне не хватало, помнишь, вечно вот в старых сериях, если посмотреть, осколков. Просто их не хватало. А теперь у меня они лежат там, я не знаю, киснут, грубо говоря, да? Эти сюрикены, которые там тоже даются в виде валюты, они тоже у меня уже в избытке, в офигенном, причем, ребята, избытке. Готовченко. Так, ну что, у нас остается с тобой последний поединок. И я думаю, что мы все-таки успеем перейти. Даже уже, наверное, перейдем. Да, ребята. Лига мастеров 3 звезды, 93-я позиция. И последний нами отыгранный сегодня будет бой. Вот это возьмем. 17-24. Шреддер, Армагон. Раз. Раз, два, три. Все, тютелька в тютельку, как говорится. Так что давай наказывать. Супер шипы от супер Шреддера. Красавчик, просто красавчик. А Сплинтер почему? Вот смотри, Сплинтер постоянно избегает постепенно урона. Я не знаю, ребят, может, у него какая-то иммунка там врожденная. Вот сколько раз я уже смотрю, мы с ним деремся, он постоянно избегает этого постепенного урона. На всех вешается, а на него нет. Парадокс. Ну что, какая там позиция у нас получается? 75-й, я считаю, неплохо, ребят. Завтра мы, наверное, все-таки возьмем с тобой уже топчик. Хотелось бы. Так, теперь сразиться в боях. Подожди, там в боях сразиться. Нам нужно с тобой на Донателло поднять вот этот вот. Отлично, ребят. 6-й уровень, метеоритный рог. Так, а дальше что нам надо? До 6-й ступени прокачать это, да? Ну что, давай искать этот камень. Камень Талик, по-моему, если не ошибаюсь, он. Так, вот здесь попробуем. ДНК на майке. Нет, камень Талик немножко не так выглядит. Это камень Трицератопс, по-моему, да? Вот не помню. Талик это у нас фиолетовый. А этот... А, маяк. Маяк Трицератонов. Вот как он называется. Ну, если такими темпами он будет нам выпадать, я не знаю, ребят. Трындец какой-то, посмотри. Та. И он ни в какую. Вот Талик нам выпадает. Спору нет. Трындец, ладно. Фиг с вами. Но забираем здесь награды. Раз, два. И поднять уровень персонажа. Уровень персонажа кому мы будем поднимать? Секунду, секунду. Донни. Давай, Донни. 83-й уровень. И забираем здесь награды. Так, ну что, переходим с тобой в поединок. Испытание. Городская война, тени на солнце. Именно ее сегодня и пройдем. Ведь пройдем же, я надеюсь, ребят. Хватит нам запала-то. Но если такая команда, ребята, как Супер Шреддер, Бакстер, Рокзар и Крис. Ну и Ванька, естественно. Тут единственное, что Рокзар, да, как-то вот немножко он не вписывается в нашу вот команду, будем честны. Вот серьезно, он не вписывается. Все идет гармонично, но Рокзар не особо. Даже Крис Брэдфорд здесь больше подходит, чем Рокзар. Хотя, если брать из того, что у нас нет вообще никакого провокатора, то пускай будет, почему бы и нет. Так, погнали теперь за Донни. Три волны. Мне нравится, что... Жалко, здесь нету еще быстрее у скорости. Потому что мы прекрасно знаем, да, что... Эти все волны мы проходим просто шутя. А девичью силу так мы вообще, ребят, как ставим на автобой с самого начала, с первого раунда, так и до последнего они на автобой и разносят там все.
Поэтому бедные девчонки. Скоро, кстати, должно быть на них опять событие. Не, ну с другой стороны, хорошо, да? Девичья сила и вот это вот. В чем, ребята, вот это событие и то хороши, что в обоих разыгрываются шинигами и кунаичи. Это круто. То есть, чем больше они будут разыгрываться, тем больше у нас будет вероятность их профармить. Как только мы их пофармим полностью, останется дело за малым. Прокачать их до топчика, то есть до платинового ранга. Кстати, у нас когда с тобой был откат, ты не помнишь? Не откат, а когда мы с тобой тратили, персонажа покупали. Неделю назад, да? Или две недели назад? Просто я к чему спрашиваю, что когда нам подготавливаться к следующему персонажу? Так, минус. Еще раз минус. Да, бронированные тараканы. Ну, 30 уровень-то понятно, что не ватные. А здесь что будут делать? Хоба, минус морозилка. Майки минус. Тут по одному удару всем нужно сделать все. Отлично. Так, ну что, продвигаемся тогда далее. А далее у нас идет Микеланджело. После Микеланджело уже будет идти наша дорогая кунаичи. Сколько у нас на кунаичи-то не хватает осколков? Наверное, много, я так понимаю, еще, да? Надо будет, кстати, глянуть. На шинигами я точно знаю, что приличное количество. А вот на кунаичи пока не знаю. Так, тут по-прежнему три волны, но, как видишь, они уже с первого удара их не ушатывают. По крайней мере, Крис Брэдфорд почему-то пасует. Ну-ка, глянем. Тут хорошо получилось. Вообще четенько. Донни упал. Рокзарчик пасует. Прекрасно. Ну, а теперь давай пойдем вперед, как говорится, получать кунаичи. Кстати, я сейчас прямо и гляну, наверное, да? Нам нужно кунаичи и нам... Так, ну, шинигами, как ты видишь, 49 ДНК. Ну, грубо говоря, половина, да? А вот у кунаичи-то, по-моему... Слушай, а у кунаичи, ребята, 86. Слушай, есть такая вероятность, что мы на этой неделе, если постараться, если нам повезет с тем, что ДНК будут выпадать. Ну, сколько здесь не хватает? 14 ДНК. Блин, 14 ДНК. Ну, как бы так много, да? С одной стороны. А с другой стороны, если вдруг будет фартить, и тем более здесь по 2 ДНК. По 2 ДНК, если даже... 3 дня, это уже будет 6 ДНК. В общем, ребята, в ближайшие, наверное, дни, может быть, недели, если выпадет нам еще пару-троек таких вот заданий, то мы ее прокачаем до фулл 5 звезд. А дальше уже все, трава не расти. Будет дело только лишь в осколках. Ну, в платиновых, естественно. Нам же не надо будет. Единственное событие, вот... который мы будем с тобой посещать, это только ради шинигами. Но опять же, ты видел, что там у нее 50 ДНК уже есть. То есть в скором времени мы с тобой будем заходить в игру, смотреть, что задания нам проходить не стоит, потому что эти персонажи у нас будут прокачаны. И у нас останется арена. Арена, ну потому что без нее никуда. Платиновые, как говорится, осколки нам нужны будут. И останутся события, потому что нам нужны будут прокачанные скиллы еще. Ну, там уже можно будет, извини меня, и по фану драться, и, как говорится, составы и тому подобное, как вы хотели. Так, ну что, 3 звезды, идеальная победа, и мы получаем с тобой кунаичи Эйприл, 1 ДНК. Дальше Аллапекс идет. Когда-то, ну, буквально относительно еще недавно, нам нужна была и Аллапекс. Но как-то мы ее так быстро получили, я даже не помню... С чего вдруг? Где нам так фартило, что мы... Мы, наверное, на рынке покупали, да? За монеты, по-моему, или за жетоны. Я уже не помню, за что там точно приобретается. Так, отлично. Добили. Крис берет защиту. Вот здесь вот хорошо вот иметь Рафаэля. Вот в таких ситуациях, когда они начинают массовые атаки бомбить.
Потому что Рафаэль, ну, по-любому даст за трещину, да? Так, гасанули. Вырубили. И последняя, четвертая волна. Ну, здесь у нас, как я понимаю, боссов не будет на этом испытании. Так, Лапекс, ты что, это совсем, что ли, припухло? Минус Рафик. Бросает баллончик. Ну, Кейси крышка, и здесь тоже. Все. Проще даже некуда, ребят. Прошли. Ну и теперь последнее. Последнее испытание у нас. Да, ребят, последнее. Почему? Ну, на эпизод 8 идти нам, ну, не следует. Хотя там же вроде бы тоже все-таки, да, Кунэйчи будет и Шинигами разыгрываться. По-моему, будет. Слушай, ну давай пройдем. Просто интересно посмотреть, сможем ли мы там пройти. Там уже все-таки будет противник 80 уровня. Грубо говоря, мы с ним будем на равных. По крайней мере, Рахзар и Крис Брэдфорд будут такой в некой зоне некомфорта. Потому что доставаться будет, как всегда, им. Даже вот здесь можно будет посмотреть по итогам, что у нас получится. Потому что хоть здесь и 70 уровень противники. Когда мы уже дойдем до основной волны, это будет где-то 4-5. Мы посмотрим, на что они вообще способны. Но опять же, повторю, 10 уровней разница — это очень-очень большая. А тем более, когда на равных играешь с противником, то все равно он будет над тобой доминировать. То есть он все равно будет сильнее тебя, как ни крути. Что они там творят, а? Так, в минус, в хламину мы его. Так, этого тоже добили. Четвертая волна. Так, Леонардо и Микеланджело. Плюс морозильная кошка. Вот объясни, почему они сразу начинают уничтожать именно крайних? Так, а этот поставил уклонение. Рахзар берет провокацию. Сейчас вот фиг будем попадать по ним. Ну, морозильная кошка что делает? Ускорение поставила. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, ребят, погодите. Блин, сейчас Рахзар ушатают. Да ё-моё, я... Трындец, ребята. Это трындец, я тебе скажу. Естественно, перепроходить. Естественно, о чем тут говорить можно. Вот тебе, блин, и автобой. Обделались, обделались они. Без меня они здесь не смогли справиться, к сожалению. А почему на прохождение, ребят? Ну потому что иначе я не смогу здесь фармить. Надо пройти его идеально на 3 звездочки. Так, минус Эйприл. Давай так вот гранату бросим. Чуть же одна шапка осталась только. Все. Ну, такой у меня результат как-то, извини, не устраивает. На 2 звездочки, что это за фуфляндия такая? Я уже 300 лет так не играл. Так, а что у нас вот тут вот? Ну да, друзья мои, здесь тоже, вон, как ты видишь, Шинигами и Кунаичи. Давай попробуем, давай рискнем. 5 волн 80 уровня. Поехали. Так, здесь сразу жестокий минус. Тут ты видишь, да, пониженная атака идет. Так, я, наверное, сделаю баф. Так, все по ударчику. Одного было достаточно, да? Так, и здесь, видимо, нам придется хилку врубать. А хилка у нас у кого? У Супер Шреддера. Здесь, наверное, желательно массовую атаку. Я не хочу, чтобы они тут стреляли. Окей, переходим на третью. Рафаэль здесь, да? Давай волну, наверное, смертельную. Опа. Я лучше сделаю вот так вот. И из России с любовью. На,
Ты же не жилец, Рафаэль. Готов. Так, четвертая, предпоследняя волна. Понеслась. Так, постепенно повесили. Вызываем маузеров. Да ладно, ничего себе бомбанули. Для меня это прям неожиданно как-то даже. Ну-ка, брось гранату. Брось каку. Отлично. И последняя, заключительная волна. Черепашки и, соответственно, с ними сплинтер. Я делаю постепенное отхиливание на всю бригаду. Понеслась. Так, нам надо... Блин, нам надо было майки. Твою налево. Ай-яй-яй. Ух. Вот тогда мы с тобой свалились таким же макаром. Трындец. Ну, хотя бы минус. Посмотрим. Угу. Майки, майки, я даже не знаю, давай, наверное, так попробуем. А, у Рафаэля... А, он только сейчас берет стойку. Да иди ты, ё-моё, блин, со своим хилом. Угу. Нежелательно это делать, блин. Это еще и бафает их. Че он там повесил на них? Исцеление. И этот еще хиляет. Трындец. Смотри, что он сделал. Он их усилил, блин, по-жесткому просто. По-жесткому усилил их. Особенно Рафаэль, этого вообще какая-то... Неужели... Я в шоке, ребята. Слушай, я в шоке, что с нами здесь сделают вообще. Этот Майки, он достал, вот серьезно тебе говорю, блин. Плешивый, надо валить его. Достал уже. Я думал, что хотя бы может здесь у нас что-то получится. Ага, получилось. Нерационально мы с тобой потратили все суперудары, если честно. Изначально на этих стрелозадов зачем-то. Надо было все здесь вот сливать. Естественно, ребят. Все здесь, и шипы, и все. Все, что есть. Блин, обидно. Обидно, что я не смогу здесь пофармить. А сплинтер мне нафиг не нужен, если честно. Трэш. Так, давай посмотрим, сколько у нас там получается сыра. Так, есть еще, да, сыр. Погнали. Во-первых, перепройдем здесь. Это не дело. Я не согласен с таким вот итогом. Я очень-очень зол. Теперь, ребята, я психовать начинаю. Все. Никаких им... пощады нету. Видишь, глаз замыливается, ты привыкаешь к тому, что твои персонажи все время побеждают. И бдительность теряется. Здесь они свалились, все, как-то меня это зацепило, задело прям за живое. И я сейчас буду их просто здесь серьезно наказывать. Хм. Погнали. Не будем здесь пока с тобой ничего тратить. Все будет тратиться уже в конце. Все наши супер мощные удары эти. Так. Контратака, нормуль. Переходим с тобой на третью волну, смотрим. Ну, здесь эти дроны, которые будут сейчас падать, в принципе, с одного удара. Давай защиту, наверное, с тобой возьмем. Крис Брэдфорд знает дело. Он такую защиту, ну, хорошую ставит защиту. Рокзар с удара сносит. Так, что ты там фыркаешь? Фыркает он мне. Получи. Сейчас еще получит. Давай. Так, ну здесь дело за малым. Только добить. Так, переходим с тобой на четвертую волну. Вот здесь уже... Вот здесь надо, ребята, уже по максималке валить. Из России с любовью. Окей. Так, Лео. Жух, отлично. Ну что, морозилка, все, допрыгалась. Последняя заключительная волна у нас здесь. Поехали. Так. Смертельная волна. Пробьем? Нет, не пробили. Пулеметная дробь. Готово. Все, вот так вот и надо было идеально проходить. И ту последнюю битву тоже, в принципе, ребята, можно пройти идеально.
Как по мне. Че, рискнем? Я думаю, рискнем. Давай попробуем. Авось получится. Да почему авось? Должно получиться. Главное, еще раз повторяю, не распалять свои суперудары на вот этих вот, например, стрелозадов или еще кого-нибудь. Бомбить уже надо серьезные... Серьезные отряды, где там действительно персонажи. Надо было вот здесь вот мне Крисом Брэдфордом не бомбить. Надо было нам с тобой здесь взять просто баф. От него было бы толку больше, поверь. Так, вырубили. Переходим с тобой на вторую волну. Тут опять же кучка стрелозадов. Вот сейчас мы сделаем с тобой... Ага, баф. Поехали. Минус. Тыч, минус. Ай-яй-яй. Сейчас начнут. Но это крышка им. Защиту. Обязательно нужно брать защиту. И нужно будет еще взять нам с тобой хил. Третья волна. Здесь, по-моему, тоже у нас дроны. Ага, не только. Давай, Шреддер. Врубай хил. Так, отлично. Так, ну здесь можно уже потратиться немножко. Рафаэля пробьем. Да чтоб тебе. Ага. Минус Рафаэль. Так, погоди. Вырубили. Так, лиса, успокойся. Гаси ее, гаси. Не загасил. Так, предпоследняя волна, четвертая. Здесь можно один суперудар какой-нибудь потратить. Так, попробуем, наверное, сделать вот так все-таки. Добьем. Давай, наверное, так вот сделаем. Не знаю. Нет, не добил. Вот эту мощную атаку она сделала, блин. С летучей мышью, да еще и постепенный урон. А ты посмотри. Да чтоб тебя. Не дай бог. Ты смотри, что творит, а. Так, выпускаем маузеров, короче. Ай-яй-яй-яй, Крис, Крис, Крис. Постепенный урон тебе, да, убьет? Погнали. У-ху-ху-ху-ху. Возьму провокацию. Погнали. Есть, друзья мои. И Крис Брэдфорд остался в живых. Постепенно урон его не уничтожил. Фух. Ну вот, Кунаичи, мы с тобой заработали. Так, у нас даже еще есть возможность два раза. Так, кружка. И золотые осколки. Так, что у нас там по магазину? Все понятно, здесь все понятно. Нет, мы в магазин хотели, знаешь, что сделать? Потратить же, конечно, ребят. 74 ДНК из 100. 135, друзья мои, у нас с платиновых осколков. Так что еще 3 недели, это как минимум. Нам придется воевать. А эти жетоны, само собой, надо брать. Они тоже у нас очень-очень редко выпадают. В основном, когда мы с тобой начинаем фармить, да, то навскидку нам выпадает там пару разиков. А это очень, так сказать, дефицитная валюта. Нам ее, во-первых, нужно очень много. Там не прокатит тебе 100 монеточек, как с монетками, да. Здесь именно 300-600 нужно. И эти жетоны, как назло, не выпадает. А вот в этом событии можно немножечко, как говорится, их подзаработать. Сколько там мы подсчитывали в тот раз? 290, ну почти 300, да?
300 жетонов ты получаешь за полное прохождение вот этого вот испытания. Ну, так как это испытание для нас уже изичное, мы даже не паримся с тобой. Змейковьюн 60 уровня просто получает звездюлей от наших ребят только шорох. Даже не попадает. На! Сейчас валунчиком. Но не убьем. А, убил. Надо же. Смачно он его. Звездолов. Ну что, и двигаемся на последний поединок. 80. Это уже 80, и здесь соточка, да? Здесь я уже сделаю, наверное, сам. Сам последний удар нанесу. Ну что, змейковьон? Эть! Тихо ты, что ты буянишь-то, парень? Блин, он мне... Он мне понизил защиту. Угу. Хорошо. И, Ванюш, добьешь? Добил, красавчик. Вот, а теперь можно, конечно же, со стопроцентной, как говорится, вероятностью сказать, что все. Все, что мы могли, отыграли, ребята. Все у нас отыграли. Сколько? 600... О, 635. Так, подожди, у нас, по-моему... Даже хватит с тобой. Так, что мы там хотели приобретать? По-моему, Бибопа, если я не ошибаюсь. По-моему, его, да? По-моему, его, ребята. Все, прикупил. 600, сколько там, 610 или сколько? Блин, непонятно. 610, по-моему, ДНК надо было, да? Для того, чтобы... То есть, жетонов, чтобы приобрести. Ну что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты.